часов вечера праздничная программа, посвященная Дню Победы, продолжилась концертом димитровградских коллективов на главной площади города. Возле администрации Димитровграда в этот вечер собрались представители разных поколений. Но все они были объединены лозунгом «Я помню, я горжусь». У нас тоже были свой дед, который воевал, и финскую прошел, и гражданскую, прадед мой. Дед воевал с фашистами. У меня воевал папа. К сожалению, сейчас он умер, но осталась мама. Она является вдовой участника войны. Я рада, что мы празднуем победу. Благодаря нашим дедам, отцам, нам пришлось вот дожить до этих дней. Хочется сказать большое спасибо тем, кто воевал за нас. Это просто за наше мирное небо над нашей головой. Большое спасибо. Мы помним, мы гордимся. И надеемся, такое больше никогда не повторится. Благодаря нашему мужеству, мне кажется, мы выстояли и победили. Победа, деда, моя победа. Потомки победителей с удовольствием подтанцовывали и подпевали артистам. А в половине 10 вечера дружно присоединились к региональной акции «Зажги свою свечу». 3 года, 10 месяцев, 18 дней. Память о тех далеких событиях жители всей Ульяновской области в одно и то же время, который год подряд зажигают поминальные свечи. Память о тех, кто подарил нам эту победу. Спасибо вам, дорогие ветераны. Мы помним ваши подвиги. Мы гордимся вашей победой. Также дружно димитровградцы приветствовали и главу города, который, завершая череду праздничных мероприятий, еще раз напомнил горожанам о значимости событий мая 45-го. Самый главный праздник в России. 66 лет прошло с того победного мая. Это жизнь целого поколения. Но сколько бы ни прошло десятилетий, сколько бы ни сменилось поколений, мы с вами будем всегда помнить этот май 45-го года. И я уверен, что мы также будем с вами любить отчизну и также защищать ее. Я поздравляю вас с Днем Победы! Праздником вас! Завершились праздничные мероприятия в 22 часа грандиозным фейерверком. 66 залпов в честь величайшей победы великой страны. Наталья Васильева, Владимир Карташов, Евгения Креминская, Юлия Лаптева, Валерий Мазин, Анжелика Барвинок, Евгений Рафеев. Новости Димитровграда.